Я здесь в двух ролях. Я здесь как блогер, и как член делегации Slow Food, и как человек, который пишет о компании «Вырастим еду для жизни, сохраним планету». И, конечно, моя душа здесь очень радуется, потому что я вижу прекрасный сад. Я сейчас нахожусь в африканском саду, где есть растения со всей Африки собранные. И здесь есть плоды. Вот, например, огурцы я выращиваю у себя дома. Цукини я тоже выращиваю. И я вижу, что люди во всем мире могут выращивать вкусные, качественные продукты. И когда такая организация, как Oxfam, объединяется с движением Slow Food, которое немножко другое движение, да, оно больше концентрируется на вкусе продуктов, на том, чтобы их продегустировать, на том, чтобы посмотреть, как одна страна отличается от другой страны. Это тоже очень здорово, вот это подчеркнуть уникальность продукта. Это очень важно. И объединение усилий этих двух организаций действительно может изменить мир. Потому что лозунг выставки – пища, которая меняет мир. И мне кажется, что мы стоим на пороге очень больших изменений. Терра Мадра – это что-то древнее, что-то языческое, посвященное земле, посвященное матери. Мне очень понравилось то, что здесь очень много красивых, удивительных женщин. И они действительно красивы, каждая по-своему, независимо от возраста. Каждая постаралась одеться в тот костюм, который свойственен ее стране, и угостить тем, что растет на той земле, где она живет. Хотелось бы, чтобы когда-нибудь все жили так, как живут сейчас в эти дни люди здесь.